Здравствуйте. Мы газельные шьёс. Я оттуда же. Я вас так долго сейчас искала. Очень приятно. Я с Можгевы. А скажите, пожалуйста, может, вы тоже знаете, что обозначает пукчи? Еще раз. Пукчи. Сесть. А, вы произносите не так. А как не надо? Не пукчи, а пукчи. А, отлично. Пукчи, мягко. А чеперина? Красавица. Да, у нас же конкурс красоты называется «Чеберина». И я тоже Чебер Инна. Меня зовут Инна, я все говорю. Я Чебер Инна, Чеберина. Отлично, а я Чебер Лара. Вот это, допустим, для чего? Вот это вот. Это сигнальный инструмент древних удмуртов Тангыра. Это, то есть, вот эту берешь штуку, да? Да. И стучишь. А, просто стучишь? По разным жизненным обстоятельствам. Если, например, играли свадьбу, рождение ребенка, да, радостный повод, можно отбивать красивую мелодию. В случае беды, допустим, пожара, старинные усадьбы быстро сгорали, тревожный звук означал, что случилась беда, значит, надо помочь бежать соседям. Вот, понимаете, какие мы удмурты молодцы? Спасибо большое. Пожалуйста. Песню «Цифры и факты». Давайте попробуем «Цифры и факты». Ух ты! На удмуртском языке озвучивали Яндекс.Навигатор. Ничего себе! 38 букв входит в состав современного удмуртского алфавита. Кстати, удмурты очень миролюбивый народ. Они никогда не воевали. А что нам делать? Просто кинуть, да? Вот приедете в Удмуртию, да. Какой достопримечательности вам интересно? Куда будете дорогу приехать? Хорошо? Варяжская дружина. Все посвящено средневековью. Фестивали реконструкции проводят они. Бабай. Тол Бабай, удмуртский Дед Мороз. Все равно тихо. Очень тихо на самом деле. Итак, вот моя республика Удмуртия. Карта. И сейчас я вам покажу кое-что. Вот смотрите. Едем в Можгу, видите? И мы сейчас едем в Можгу. И вот Можга. Маленький городок. И там я жила, родом оттуда. Так, Кизнер, что такое есть интересное название. Там у меня родственники живут. Вавош, Якшурбодия. Вот у нас Ижевск, там, где динозавр стоит. А у нас что, динозавры водятся в Удмуртии? У нас не водятся, у нас есть парк динозавров Динополис. А, парк динозавров самый большой в России. Вот оно как. Надо съездить опять в Удмуртию. Ой. Ну вот, примерно. Все, выходите. Выходите, ваш рост 156. Вы выше бурого медведя, но ниже Алины Загитовой выше. Можга это имя на самом деле, причем мужское имя. Вот. Вы не поверите, но в Удмуртии, когда я жила, я ни разу не видела автомат, а здесь зато увидела. А, мотоцикл Иш. У нас же еще мотоцикл Иш мы изобрели. В Ижевске. Ижевск, кстати, это столица Удмуртии, чтобы вы понимали. А Можга – это маленький городок. Если ты в Можге родился, значит, ко всему готов. Парки зеленые, городской пруд. Здесь разных профессий люди живут. Ты родина наша, наш дом, наш приют. Я знаю, меня здесь любят и ждут. На гербе твоей...